Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Мар – пожиратель снов. Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне собственная жена. В качестве свидетеля проходит 8-летняя дочь убитого – Софи. Все дальше углубляясь в это дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне. Она испытывает те же чудовищные симптомы и кошмары, поэтому сон становится для нее опасным. Реинкарнация. После смерти матери Энни Грэхэм в ее ранее спокойном доме начинает твориться нечто необъяснимое. Теперь под угрозой жизни ее близких. С каждым днем открываются новые ужасающие секреты их семьи. Заклятие. Фильм основан на реальных событиях из практики Эда и Лоррейн Уоррен. Пугающая история Эда и Лоррейн Уоррен, всемирно известных детективов, занимающихся паранормальными расследованиями. К ним за помощью обратилась семья, терроризируемая темным духом на уединенной ферме. Вынужденные сражаться с могущественной демонической сущностью, Уоррены сталкиваются с самым пугающим случаем в своей жизни. Я внутри. «Избави нас от лукавого» 2014 года. Полиция Нью-Йорка расследует серию тревожных и необъяснимых преступлений. Один из офицеров обращается за помощью к специалисту по экзорцизму, чтобы избавить город от дьявольской напасти. «Взгляд 2». Фильм основан на случае, с которым столкнулись практикующие исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены. На этот раз вызов будет из северного пригорода Лондона, где семья, состоящая из 4 детей и матери-одиночки, подвергается нападениям потусторонних сил. Супругам предстоит выяснить, какова природа этих явлений, полтергейст ли это или что-то другое, и главное, почему именно этот дом и именно эта семья. Хроники Шнары. События сериала происходят в далеком будущем. Войны разделили Северную Америку на 4 части. На какой-то из них обитают эльфы, на иной – люди, на третьей – тролли, а на четвертой – дворфы. Основными персонажами сериала окажутся отпрыски древнего рода эльфов – Шанара. Именно от них будет зависеть будущая судьба планеты. Уиджи – проклятие доски дьявола. Спиритическая доска Уиджи никогда не была просто игрой. Она служила порталом в мир мертвых. Столетиями она служила вратами между миром живых и царством мертвых. Но однажды духи выйдут из-под контроля, и первородное зло овладеет душой ребенка. Сумеречные охотники. Невзрачная и ничем не примечательная девушка Клэри Фрей в свой 18-й день рождения узнает, что она является наследницей древнего семейства сумеречных охотников, таинственного клана полулюдей-полуангелов, которые обороняют мир от демонических тварей. Эффект Лазаря 2015 года. Команда любознательных студентов узнает секрет воскрешения людей из мертвых, однако их открытие приводит к страшным последствиям. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!